Почти 4 года назад произошло историческое событие. Спускаемый аппарат Гюйгенс отделился от основного зонда Кассини и совершил мягкую посадку на спутнике Сатурна Титан. Так, впервые в мире, космический аппарат достиг спутника другой планеты и сумел на него сесть и проработать более часа. Впрочем, Титан не простой спутник. Во-первых, он очень большой, крупнее его только спутник Юпитер Ганимед. Титан даже больше Меркурия, не говоря уже о Плутоне. Во-вторых, у него есть плотная атмосфера из метана, и даже больше. Незадолго до того, как Гюйгенс опустился, там прошел метановый дождь. Но и после посадки спускаемого аппарата Кассини не оставляет Титан в покое. 19 ноября 2008 года состоялось 47-е и далеко не последнее сближение зонда со спутником. Поскольку атмосфера Титана непрозрачна, Кассини исследует его при помощи радара. За все это время он даже успел составить карту спутника. Нынешнее сближение, с одной стороны, вполне рядовое. Кассини прошел мимо Титана на расстоянии чуть более 1000 километров, а с другой – очень символическое. На сей раз в узкую полосу радарного обзора попадает и само место посадки модуля Гюйгенс.